Хай! Здорово, здорово тебе! Ну что, продолжаем финалку, что-то как-то это все подергивается. Так, мы все в ссоре. Выполнил я задание Чикоба. Нашел никаких уйбанов. Ты не сослеп, конечно, это печалька. Ты готов идти? Я справлюсь. Спуститься мы спустились. Да, но нам еще идти к усыпальнице. Я тут чувствую себя не в своей тарелке. Главное не попасть на обед здешним обитателям. Они нас и без тарелок съедят. Да, это точно. Идемте. Тут осторожно. Смотрите под ноги. Я стараюсь. Ты не торопись, мы подождем. Я думаю, может, это ачивку дадут. Типа там, пройдите миссию со слепым Игнисом. Королевский кортеж не будет распадаться. А можно ты заткнешься? Да я ж, блядь, же не тут такого взять за ручку. Я бы его взял, конечно. Да нет. Понимаешь, что вы там разосрались, но я-то не разосрался. Спасибо. Пока нет. Ха-ха!
слушай, иди сзади. Я что, мешал вам? Нет, ничего подобного. Просто... То есть я не ошибаюсь, здесь же куда? Надо спать. Да блять, да короче нахуй, иди в пизду.
Нахуй надо. Пора зажечь свет? Да. А как ты? Уже поздно. Это я точно могу сказать. А, ясно. Я понимаю. Дедом кто? В смысле? Может, нужен день? А, ну по-любому. Похоже, люди бежали отсюда со всех ног. Да, и побросали все свое. От чего они бежали? Вот что меня интересует больше всего. Что бы это ни было, возможно, оно все еще где-то здесь. Так, надо.
Я уже выдохся. Ноктис что-то вообще, блядь, от них все. Сука. Сегодня я еще кое-что нащелкал. Хочешь посмотреть? Если честно, нет. А, конечно. Нам пора выходить. Игнис, ты как? Нормально. За меня не волнуйся. Я не понимаю, как я должен что сфотать?
Так. Я не понимаю, как... Дайте, все не то. А, может, типа... Да, блядь. И... А чё мне фотать-то, блядь? Ну, на X? По-моему, неплохо. Сарай, да, вот это. Идеальный кадр. Огромная привет. Так. Да.
Хватит! Будет больно! Да! Ну! Готовься! Добью! Ну чё, ещё не прокачан? Куда только эти усыпальницы не пихают? Вот это я понимаю, почтение. Ему понравится. Так, еще одну, да? Них я все по-быстрому, блядь, сделаю. Thank you.
Так, 5 фото машин, да? Ну, по-моему, неплохо. Промпта. У нас теперь новый фотокороль. Сюда, да, вроде? Хоть пока... Подожди. Ух ты! За них мне точно дадут выбор читателей. Но фотографировал-то не ты. Статья-то моя. Так уж устроена журналистика. Да неужели? Извини, но мне еще нужно дописать свою благодарственную речь. Что? Что, уже нету варианта с выбором, взять его с собой или не взять? Теперь хочешь не хочешь, берем, да? Ну, задание.
Это я выполнил дерьмо это собачье. Синица короля. Так, по номеру управления в ровном состоянии. Блок питания поражено. Этот переключатель случайно не для вон того металлолома? Правда, похоже, им не пользовались. Усыпальница, скорее всего, внизу. Иги, осторожней. Ага. Нашли, где встать. Штраф будем за парковку выписать. Он наглухо перекрыл нам путь. Машина да не едет. Если запустим мотор, может быть, отодвинем. Ну что, переключим? Почему бы и нет? Попытка не пытка. Почему бы и нет просто? Почему бы нет? Похоже, это здесь. А оно работает? Посмотрим. Даже смотрели. А, без этого типа никак, да? Было. Ты зачем остановил? Оно само. Так, посмотрим тут. При отключении питания использовать резервные генераторы. В сарае есть ключ. Сарай это что? Та будка наверху? Другого тут вроде нет. Подумай и о других. Притормози. Когда у тебя уже, блядь, зрение восстановится. Thank you.
что вы там идете? Заебали, да. Ага, я нашел ключ. Как это безответственно, бросать ключи снаружи? Хм. Где генератор? Иги, там же написано. Не смешно. Далеко не убегай. Да вы издеваетесь, вы там где нахуй вообще находились? Пока эта махина стоит на дороге, значит, она не бросит. Ну так значит, уберем? Давай быстрее, не трать время. А то я не знаю. Где же он? И вот он! На что похож? На ящик с проводами. Запускай. Не взорви только. О, спасибо за совет. Чё вы все, блядь, козлите нахуй? Получилось? Ага, один остался. Серьезно? Они что, успели раздвоиться? Ладно, давай, наконец, заведем эту жестянку и уберем ее с дороги. Смотри-ка. Что у нас там? Золотая, так. И магия. Так, и... Не будем медлить. Есть электричество! Неизвестно надолго. Надо скорее передвинуть машину. Есть, сэр. Да подождите. Что-то все было за пуп-пуп.
Ты это слышал? Кажется, путь свободен. Отлично. Тогда вперед. Тогда бежим скорее. Точно готов. Уверен, что сможешь. Смогу что? Убедить своих предков отдать силу. Это долгий путь. Ты сможешь дойти до конца? Да, смогу. Хочу я того или нет, я король и должен выполнить свой долг. Да уж, это точно. Еще как должен. Так что пора взяться за дело серьезно. Хорошо. Идем дальше. Мы это сделали! О. Так, ты не могу сохраниться. Странно. Какая большая пещера! Усыпальница дальше. Подождешь тут? Здесь. Один? Я не это имел в виду. Фу! Ну и вонище тут! Беги! Только не подскользнись. Королевская усыпальница должна быть где-то здесь. Вот только где? Сейчас какая-нибудь хуйня выскочит. Ёпудово, сейчас что-то как выскочит. Это что еще? Ненавижу яйца. Нам точно надо знать, что там сзади. Что? Что там у вас? Дело дрянь! Ты говорили, слабо было. Так. Две молнии. Две молнии, значит, берем. Смотрите!
Нет, нам сюда. Надо как-то заткнуть эту грязь! Кое-что могу. Так, Низ вернулся в строй. Получен прием стихийное сканирование. И... зависло, да, все нахуй? Спасибо, блядь. Нет. Развисло. Слава богу. Сбивать их не надо. Лучше так пожарить. Наверное, она здесь. Жаль, не нашли лучше места, где ее построить. Катана? Ну все, поехали отсюда. Да, поехали. А, 518, да, тут... срок это, ну и вот как там что. Ладно, давай попробуем. Подождите. Все в порядке? Нет, не в порядке. И я больше не собираюсь молча терпеть все эти скандалы. Будем откровенны. Мое зрение вряд ли восстановится. Но несмотря на это, я хочу остаться с вами до самого конца. Извини, но я против, Игнис. Война — это дело опасно, дело жизни и смерти. Но мы же будем рядом с дело ним! Дело не в том, будем мы рядом или нет. Тогда пусть он решает сам. Дело не только в его личном желании. Я понимаю! Если я буду отставать, то сам уйду. Я не собираюсь вас задерживать. Что скажет его величество? Нокт, ты король. Нельзя вести за собой людей, стоя на месте. Король всегда идет вперед, принимая ответственность на себя. Гладио, он займет законное место, но только когда будет готов. Как скажешь. Только риск никуда не денется. Мы должны быть готовы. И вот мы возвращаемся на станцию.
Вы не против остановки в Тенебре? Хм, почему бы и нет? Если это ему поможет. Извини, но мне еще нужно дописать свою благодарственную речь. Пора нам ехать дальше. Следующая остановка – Тенебра. Пора так пора. А теперь я хочу научить моих цыпляток одному фокусу. Научите их держаться рядом.